Это три самых вкусных паштета для бутербродов на завтрак и не только. В основе всех трех паштетов лежит сливочный сыр. Мелко нарежьте мясо. Вареное, копченое, жареное. Какое у вас есть? Здесь у меня 100 граммов. Выкладываю такое же количество сливочного сыра. Сюда же выкладываю мясо. И измельчаю все с помощью блендера. Если блендера нет, то мясо нужно нарезать очень-очень мелко. И тогда просто вилкой смешать со сливочным сыром. Если мясо у вас жирное, сливочного сыра можно взять меньше. Возьмите 100-150 граммов сливочного сыра. Мелко нарежьте свежую зелень. Очищенный свежий огурец натрите на мелкой терке. Отожмите его от лишней жидкости и добавьте сыр. Сюда же через пресс выдавите половинку зубчика чеснока. И все хорошо разотрите вилкой. Если нужно, посолите или поперчите. Но у меня сыр соленый, поэтому я больше не добавляю. Зеленая паста для бутербродов готова. Возьмите 100 граммов жареных или отварных грибов. Добавьте к ним 50 граммов сливочного сыра. Если нужно, посолите и поперчите. И перемешайте все с помощью блендера. И на этом грибной паштет готов. В итоге у меня получился мясной, грибной и зеленый паштеты для бутербродов. Мажьте паштет на бутерброды, наслаждайтесь. Обязательно приготовьте, иначе вы никогда не узнаете, как это вкусно.